Православные в Венеции могут лишиться своего храма. Дело в том, что местная община Русской Православной Церкви, а это около 200 прихожан, уже почти 13 лет арендует помещение древнего храма усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Но теперь католики попросили их выселиться. Община РПЦ обращалась и к местной власти, в частности к мэру Венеции, с просьбой выделить землю под строительство. Петицию подписали 300 человек, однако ответа пока нет. Сейчас основная наша задача – это чтобы молитвами наших соотечественников и их также помощью мы могли бы найти возможность для того, чтобы построить или приобрести себе новый храм на материковой Венеции, который мог бы удовлетворять нашим нуждам и быть полностью соответствующим нашей великой Родине и нашей великой Церкви. Если землю под строительство не выделят, то, возможно, нынешнее Рождество станет последним для верующих в этом древнем храме.